Примерно все одинаково. Он совершенно спокойно считает, что пока растения готовят, значит, и не готовим. А что? То есть поэтому он абсолютно не утруждает себя в проверке факта. То есть, вот как я объясняю, что у нас что человек просто вот у него есть некие общие области, там, что вся позиция, что враги негодяи готовят в порядке. Типа, если мы не будем душить, пока они маленькие, они нам строят, как у вас, капитолию. В этом же пафосе. Да, капитолия опять. Свою оппозицию. Вот разрешаете им все, а потом они капитолии крайне. А мы их кушаем, чтобы они, значит, не ворвались. Хотя в России даже не слишком похоже никогда нет. Теперь про реальность, значит, так называемого вранья. Это, конечно, про то, что Навальный не его увеличил. Самого. Нарушает. Сознательно. Сознательно.